Здраво! Весной прошлого года ТАСС сообщила об испытании беспилотников, которые планировала Почта России, чтобы, так сказать, не отставать от технологической гонки. Американская компания Amazon, например, еще в позапрошлом году осуществила свою первую доставку ТВ-приставки и попкорна британцу. Однако Почта России немного затянула с обещанным. Вы же знаете, она всегда опаздывает. И вот 2 апреля произошла историческая доставка в Улан-Удэ. Беспилотник совершал свой 15-километровый полет с 2-килограммовой посылкой в село Нижний Саентуй. Но пределы города так и не покинул. Ах ты, гравитация бессердечная, ты Дрон пал смертью храбрых, разбившись о стену жилого дома прямо на глазах журналистов. Но Почта России сразу начала открещиваться от стыдного инцидента. Мол, виновата компания-производитель летательного аппарата. Это еще не самое удивительное. Пресс-секретарь Почты России заявил, что компания «Рудрон», производитель дрона, организовала тестирование. Ну, Почту России, мол, пригласили просто как гостя. А наклейка на дроне, где был логотип почты, ну, это так, для антуража. Кто в это поверит? Ведь даже ты не веришь в это. Списали бы на восстание машин, сказали бы еще, что дрон подбили солдаты НАТО. И вообще, запускали бы дрон 1 апреля, тогда и вовсе можно было бы списать все на розыгрыш. Только им, наверное, самим не до смеха. Ущерб от разбитого дрона составил 1,2 миллиона рублей. Я вот подумал, цена почтового голубя примерно в районе 2000 рублей. Это получается, можно было бы закупить 600 голубей. И даже если часть из них не долетит, то это не сильно повлияет на статистику. Рожденный ползать хоть раз должен взлететь. Нет, об этом не может быть и речь. До скорых встреч!